Венус неоднократно становился впереди планеты всей. Случилось это и в прошлом году, когда наш регион выбрали в качестве реализации уникального медицинского проекта. Именно здесь впервые в России заработала открытая реанимация – место, где спасают жизни самым крошечным пациентам. А пребывают на лечении они здесь, в детской городской клинической больнице. Именно на базе этого медучреждения открылась возможность пребывать мамам и папам круглосуточно, когда их ребенок находится в тяжелом состоянии. Этим выпуском мы начинаем цикл передач о тех, кто спасает жизни. О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области. Об уникальном оборудовании, используемом в клиниках региона. О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни».